Ну вот, Ла-Ротава, Ротхаус, где мы были сейчас. Casi nada de arte. ¿Dónde? María, gracias hallado ante Dios. Me dará salud. Se llamará Jesús. Será grande, hijo del Altísimo. Fue en Nazaret, pueblo de pequeñas chozas, verdes palmeras, secas montañas. Una hermosa ciudad rodeada de murallas, torres y bellos palacios. Allí vivía Herodes, quien promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Así que José y María partieron hacia Belén, pueblo de donde era José. Jesús nació pobre, pero José y María se sentían bendecidos porque aquel niño tan parecido a cualquier otro. Такие балкончики, но в основном они идут резные, у них деревянные. Резные двери, балконы. Это сувенирный магазин впереди. Очень красиво наряжены уже балкончики везде. Вот посмотрите, какие чудные балконы. Балконы. Вот, они резные. Причем такой длины большой. Дринен музею. Casa de los Balcones, 1632 год, музей.
музея. Здесь сувенирная продукция. Разные магниты, которые я уже давно не покупаю. Это только для пыли сбора. Все это везде одинаково. Балконов понаделывали. Всякие вышивки. Алло. Всякие вышивки. И вот эти балконы, макеты сделанные. Вот такие детские платья на девочек. А здесь детская литература. Здесь гранат. Дас. Алло. Вот здесь музей картин. Все в дереве. А, das Künstler Osman. Osman, ja, dieses Bild haben wir, ja. Ja, Bild, das kaufen. Osman, ja.